У нас сегодня юбилей, и собрались мы в этом зале. Сверкает яркими огнями такой знакомый зал. Сегодня снова здесь все вместе. Сегодня колледж юбиляр. Делами и душою вы красивы, и значит, годы прожиты не зря. Вы заслужили этот миг счастливый. Мы говорим вам с праздником, друзья! Добрый день, дорогие друзья, преподаватели, сотрудники, ветераны и выпускники колледжа. Здравствуйте, уважаемые гости! У нас сегодня юбилей, день радостных переживаний. Пусть будет на душе теплей от добрых слов и пожеланий. Прекрасен колледж 55. Здесь столько было пережито, мы снова вместе собрались. И двери колледжа для всех открыты. Звучит гимн Донецкой Народной Республики. Она вручается только коллективам. И, поверьте, немногие коллективы в городе имеют. Сегодня такую награду я вручаю директору вашего учреждения. Студенты, ветераны, коллеги, гости. Разрешите мне от лица коллектива Министерства здравоохранения и лично от министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Кучкового Виктора Викторовича выразить вам слова поздравлений и слова, прежде всего, признательности. Не секрет, что в это нелегкое время все мы с вами оказались в очень непростой ситуации.
И каждый из нас сделал свой выбор. Ваш выбор неразрывно связан с вашей альма-матер, с вашим вторым домом, с вашей второй семьей. И вот здесь хотелось бы акцентировать внимание или отдельно отметить именно студентов, именно наше юное подрастающее поколение, которые на самом деле, если не побояться этого слова, совершили своего рода подвиг. То есть в условиях обстрелов во время боевых действий получать знания и стремиться получать знания, пусть дистанционно, пусть там с какими-то интервалами, поверьте мне, это дорогого стоит. В республике выпущен журнал, который называется «Вестник здравоохранения». Журнал вскоре должен получить Ринцевский индекс Российской Федерации. То есть это говорит о том, что любые публикации, любые тезисы, которые будут в нем опубликованы, это будет большим подспорьем для тех, кто захочет продолжать научную деятельность, защищать диссертации, кандидатские, докторские. Два слова в заключение. Когда делаешь то, что любишь, это свобода. Когда любишь то, что делаешь, это счастье. Мы искренне от чистого сердца желаем вам быть свободными и счастливыми. Здоровья, мира вам, вашим семьям, еще раз с праздником. Спасибо. Уважаемые педагоги, студенты и приглашенные, мне очень приятно сегодня присутствовать в этот знаменательный праздничный день. И от, как представителю Народного совета и от комитета здравоохранения, охраны материнства и детства поздравить с этим праздником. И 55 лет – это и большая дата, и маленькая. Но за эти годы из стен этого прекрасного заведения вышло огромное количество специалистов, специалистов хороших. Уровень подготовки наших студентов Донбасса оказался даже повыше, чем Российской Федерации, и это признали наши коллеги из Краснодара, то ну, берет гордость за наших преподавателей и за наших студентов, что несмотря ни на какие невзгоды и опасности, ну, у нас тут на нашей земле появляются замечательные кадры. Удачи вам и успехов на вашем поприще. Приглашаем директора нашего учебного заведения Колесникова Сергея Георгиевича, который передаст теплые поздравления коллективу и студенчеству Волховского медицинского колледжа от министра образования и науки Донецкой Народной Республики Поляковой Ларисы Петровны. Добрый день, дорогие друзья. Я поздравляю всех с этим юбилеем. Ну, мне слово дадут немножечко позже. А сейчас, по поручению Ларисы Петровны Поляковой, которая сегодня находится в служебной командировке, я хочу вручить награды от Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Разрешите мне от лица заместителя главы администрации города Горловки Жуковой Виктории Викторовны, от себя лично, поздравить директора Сергея Георгиевича и коллектив вашего учреждения с вашим юбилеем. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы разделили вместе с городом Горловка эти нелегкие дни, годы, которые мы проводим на передовой. Я говорю вам спасибо за то, что вы продолжили в эти нелегкие годы свой труд по выпуску квалифицированных кадров специалистов. Я желаю вам неиссякаемой энергии в вашем нелегком труде. И я желаю вам
достичь высот, которые вы сами перед собой ставите, и достичь высот в выпуске квалифицированных кадров на благо не только города Горловки, но и Донецкой Народной Республики. С праздником!